друзья, всем привет! Натося вышла поработать на улице, и начался дождик, продолжение вчерашнего дня. Я из дома 2 дня не могу выйти с этими салатами, поэтому сегодняшнее утро я решила провести, вернее, начать с улицы. С улицы, с теплицы хотела сделать горку, прополоть. Ну, не знаю, пока сейчас пойду в теплицу, может быть, дождик и закончится, потому что вроде как просветы есть. Хочу сегодня успеть максимально много сделать, потому что завтра мы уже уезжаем. Так что сегодняшний день у меня начинается. Ну, а вы оставайтесь, кому со мной интересно, как у меня проходит насыщенный отпуск в деревне. Салат меня затянули вообще конкретно. Сегодня хочу еще по плану, ну, обязательно надо перец переработать, никак я до него не дойду, лечо закрыла. Хочу еще сделать запеченный перец в духовке, ну, и консервировать тоже, консервируется целый. А у меня все новинки в этом году. Один маринованный, как вы вчера видели, он сутки мариновался, сегодня его надо простерилизовать, закатать. И много помидор зеленых, хочу сейчас часть оборвать. Как я собираюсь это сделать вот эти вот 2 дня, но никак не дойду. Я говорю, я из дома вообще не выходила, только вот что-то взять в беседке и все. 2 килограмма мне там надо, с утра нашла я салат зеленых помидор, тоже очень хвалят. Получается там 5 баночек 700-граммовых, по-моему, то есть немного. На пробу. Ну, пробовать надо. Поэтому надеюсь, что этот салат зеленых помидор я тоже успею сделать. Там, в принципе, все режется, засыпается. Банки раскладывается и стерилизуется, то есть ничего не жарится, ничего не крутится, ничего не варится. Поэтому я думаю, что тоже максимально быстро должно получиться. Но, конечно, пока все начистишь, пока все нарежешь, времени уходит много. На улице прохладно, я вышла типа утепленная, но ушла в первую очередь в теплицу, поэтому там тепло. И еще по плану хотя бы здесь часть я уже, ну, я и переработала, конечно, ведра поотносила в сарай, но еще что-то осталось убрать. Тоже здесь вот этот вот бардак. Это озону возврат банок лопнутых должны забрать. То есть навести здесь порядок, хотя бы пропылесосить, не мыть полы, а просто перед отпуском убраться, чтобы моя душа была спокойна, без фанатизма, протереть стол и разобрать вот эти вещи. Ну что, день у меня начинается. Думаю, что он такой же будет активный, как и предыдущие 2 дня. Отпуск тоже будет активный у нас. Мы едем в этот раз вчетвером, а не вдвоем, поэтому должно быть повеселей. Но Олег меня уже предупредил, что там постоянно мы будем в движении. Не знаю, там, конечно, экстремальные экскурсии они собрались брать. Я, скорее всего, на такие виды экскурсии не соглашусь, потому что там прям жесткий такой экстрим. Но не знаю, пойдут ли они или нет. Так что все еще впереди. Ну, буду отдыхать, хотя бы физически, наверное, не получится тоже. Ну, морально отдохнем. Я, конечно, хожу вот эти дни и думаю, нет, надо один отпуск, наверное, провести в деревне. Но ничего не успеваешь. А 2 недели, ну, по 2 недели, 4 недели ездишь, отдыхаешь, а здесь-то дела особо не двигаются. Ну, вы знаете, за эти 2 дня, я честно скажу, как-то так утомилась, и вот это вот то, что реально день пролетает мгновенно, ты делаешь там 1-2, ну, максимум 3 салата, да, ну, и 3 делала я, 3 салата, и все, я больше никуда не ухожу, ничего не успеваю. Да, конечно, это надоест, и это все бесконечно. Поэтому отдыхать все равно надо. Ну, вернусь, но переделаю я все эти остальные дела. Ну, не все, конечно, но все равно основную текучку будем делать. Вот такой планируется мини-огород у нас. Небольшой. Я переживаю, конечно, что будет маленький, но, в принципе, для большого нужно тоже много времени. Поэтому будем сажать, сеять самое необходимое. В принципе, будет достаточно, я думаю. Ну, а там в процессе, как я говорю, можно будет и вот здесь разгуляться, если что. Потому что здесь еще площадь остается. Посадили яблоньку. Еще одну. Последнюю попытку. Говорю, Оксана, давайте попробуем посадить.
потому что у нас осталась из двух вот одна яблоня, но она болеет тоже. Ну, вроде Оксана говорит, более-менее она, вон, видите, даже плодоносит. Но она, в принципе, каждый год плодоносит. И та, которую мы сожгли, она тоже плодоносила, до последнего боролась. И я решила ее посадить здесь. Хочется прям вот в стороне огорода сделать такой вот как мини-садик. Вон, видите, у нас идут так вот деревья. Там мы посадили смородину, крыжовник. Вон там вот кустики небольшие. Здесь голубика. И вот сюда в сторону чуть оно разрастется. И будет как бы такой вот мини-садовый участок у меня. Ну, потому что как-то здесь свободная площадь. В процессе, конечно, она тоже потом должна доводиться у нас до ума. И, может быть, еще вот это время на грядку уберется. Здесь вот еще два, наверное, каких-то кустика посадим. Ну, чтобы как-то вот поуютнее было все-таки. Когда более просторно, нет вот такого уюта. А мне хочется прям какой-то уют на огороде тоже. Так же, как и дома. Ну, а здесь еще в планах, даже не знаем, что делать, но тоже надо хоть порядочек будет навести на следующий год. Так, ну что, моя родная теплица. Мы, кстати, занесли сюда петрушку, но что-то никак она приостановилась, погода испортилась. Мне кажется, и здесь, наверное, толку не будет. Но надо ее пролить. Нет, тогда выкинем. Все, Натуся, приступай. Не знаю, с чего начать. Сейчас соберу красные помидоры, обрежу немного зеленых, выдерну вот этот куст огурцов. Те мучить не буду. Там вон два огурчика сейчас соберу только. А трогать их больше не буду. Оставлю уже до последнего. Уберу тоже перец красный, пособираю. Посмотрите, его еще сколько. Надо тоже пособирать. Ну, конечно, по сравнению, что было, уже не так много, но все равно еще есть. И помидоры. Все, приступаю. Чувствую, мне сегодня еще, наверное, надо будет помидоры закатывать, потому что красных много. Ну, не так много, но все равно они пропадут, пока мы будем ездить. Я, наверное, закатаю еще помидорки сегодня. Покой нам только снится. Да, деревня она такая, потихонечку засасывает, засасывает. Мои кричат, сажай больше. Я говорю, на следующий год буду меньше этих помидор сажать. Ты что? Я люблю огурцы, а мои любят помидоры, Даша и Олег. Нет, помидоры сажай столько же. Я говорю, ну вот, сейчас, куда их девать? Даша в Москве, каждый раз не наездишься. Ну, конечно, я на соленья покупала вот эти вот пальчики. Можно было бы, в принципе, и свои. Но я не знала, сколько здесь наберется. Поэтому взяла так. Ну, все равно даже, с одной стороны, скажу честно, свои на салаты перекручивать все равно как-то жалко. Их лучше вот на еду. Вот эти вот пальчики хорошие, правда, сейчас закатать. Они тверденькие такие, прям классные. Да, не буду, наверное, я сегодня горку полоть, уж доделаю я. А то я буду опять до полночи, нам в 4 утра уже выезжать. Подождет моя горка. А то сейчас все дела переделаю. Приеду, и что, мне делать нечего, и снимать вам будет нечего. Нет, надо, наверное, оставить работу на осень. А то реально сейчас, кстати, вот что я думаю, рвусь. Сейчас буду горку полоть, а потом что делать? Закрутки закончатся, уборка дома, наведение порядков и красоты. Ну, здесь, кстати, отберу эти бурые на салат еще, который... Уборка дома, наведение красоты зимой. И что осенью мы будем делать, когда вернемся с отпуска? Да, хорошая мысля приходит в процессе работы. Вот вроде так смотришь, помидор немного, да? Но вот сейчас начнешь их срезать, что я уже и сделала часть. А их, оказывается, довольно-таки много. И посмотрите, какие они огромные. Этот вот лопнул. Ну, не лопнул? Ну, наверное, лопнул. Я прямо так с веткой. Но, кстати, вот это, многие стали болеть. Поэтому я вот уже крупненькие, которые хорошенькие, срезаю. Помельче оставляю. И тут даже еще цветет
Думаю, а чем черт не шутит? Может, еще помидорки будет. Может, мы до Нового года их будем есть. Но я, конечно, шучу, потому что заходишь рано утром или поздно вечером, уже здесь холодно. Черри на следующий год посажу один куст. Хочу попробовать, если вот получится с этих желтеньких семена собрать, желтые. Потому что, ну, мы столько не съедаем. Хотя красный тоже хорош, зараза. Прям обливной. Это вот, считай, сколько мы уже съели. Все, срезала я перец. Срезала такой буренький, потому что, видите, тот, который лежит на земле, уже кусты не выдержит, он начинает гнить. Я его сейчас там на салат, ну, таких мало очень, которые подгнивают, вот один или два. А так большинство вот таких хороших красных. Вот эти тоже, они еще не гнилые, но тоже лежали на земле. То есть еще ведро перца набрала. Вот таких помидор срезала. На покраснение оставлю их прям в беседке, потому что там прохладно, чтобы они не так быстро краснели. Это бурые на салат. Пойду сейчас перерабатывать. А это буду мариновать. Ну, переберу, конечно, тоже какие-то. Ну, таких мало здесь. В основном вот они хорошенькие прям. Вот видите, он вроде как недоспелый, но он мягенький такой сорт. Вкусный. Ой, все, черри, честно скажу, даже не хочу собирать их. Не знаю, попробовать закатать, но они, мне кажется, прям полопаются. Их вот так надо есть. Но они прям сладенькие-сладенькие. Обалденные. Пускай висят. Может, Даша будет приезжать. Не опадут. Но они вроде, кстати, не опадают. Да будет так кушать свеженькие. Прикопаю сейчас клубнику сюда. Ну и все, мои дела на сегодня на улице, наверное, закончатся. Потому что пойду перерабатывать все. Закончила. Вырезала несколько кустов помидор. Там оставалось по одному, по два. Я их даже небольшие срезала. Так что уже посвободней. Сняла веревочки. Сейчас подмету дорожки и все, и выдвигаюсь. На улице опять пошел дождик. Так что сам Бог велел мне сегодня заниматься снова закрутками. Посадили крыжовник, смородину черную. Черешню надо чуть-чуть подстричь. Смородину красную и посадили. Ой, как же это красная ягодка называется. Она, кажется. Ладно, я вам напишу, вспомню, напишу. Она разных сортов. Оксана говорит, там, я не знаю, их очень много видов, но я попросила сладкую. Полезная, более горькая. Но горькую мы есть не сможем, и в компоте она также будет горчить. Поэтому мы посадили сладкую. Два вида, она сажается в паре. Ну, два вида разных. Посадили ежевику. Посадили малину. Немного. Будем делать такие шпалеры, чтобы она аккуратненько вся росла. Но это уже на следующий год. Сейчас пока пускай приживается. Также еще здесь перемыла, перебрала холодильник, протерла полочки, перебрала ящик с овощами, потому что что-то тут все уже портилось. Все тоже протерла, перемыла, чтобы более-менее чистенько. Такой у нас пустой холодильник. Все, ну хоть здесь навела порядок. Конечно, не капитальный, потому что надо было полы помыть, ну и все как обычно. Здесь разобрала, помыла, протерла. Все, пошла в дом, пропылесосила. Немножко пыль, мусор вынесем. Все чистенько. А это ждет меня, когда я их обработаю, перемою, простерилизую. У меня даже недопитое кофе с утра, а время уже час. Я как вышла, думаю, сейчас немножко на улице дела поделаю. И все, и вот зашла время, час дня. Здесь я тоже немного прибралась. Сейчас, ну, нет смысла намывать, намою уже, когда приеду. Ну что, переквалифицировалась я из садовника в повара. Теперь пришла на кухню, закрываю.
Муж звонит, говорит, надо что купить. Или дома ничего не забыл из вещей. Я говорю, Олег, я не знаю. Я думала, что за эти дни буду собирать чемодан. И пойму, что я забыла. Но я говорю, не пойму, потому что я буду собирать уже ночью, наверное, его. Я сейчас, наверное, сначала поставлю стерилизовать вот эту вчерашнюю красоту. Ой, пахнет вообще прям корейским салатиком, очень вкусно. И, кстати, хочу вот новый салат еще, это сегодня вот я нашла, с бурых помидор закрыть. Тоже, я думаю, что будет вкусный. Он тоже там помидорки, немножко морковки, ну, единственное, без специй, а здесь именно вот корейская приправа. Ой, и он сок дал. Все, я сейчас разложу в баночке, чтобы хотя бы его закрутить. И приступаю к следующему. Это вот, кстати, перец, ведро я еще набрала. После шорца, после ящика. Ну и, как видели, еще на кустах остался. Сейчас что-то запеку, вот буду закрывать, но у меня еще здесь в ящике, который лежал, вот тот, он немножко уже мягенький. Ну, посмотрю, буду запекать свеженький. И хочу немного оставить зелененький, может быть, оставлю, чтобы посозревал. Либо хочу заморозить на фаршированный. Ну, штучек 6-7 мы особо не едим, а так зимой, может быть, мало ли, гости приедут или самим захочется. Я просто крышечку срежу, почищу, в пакет и здесь в морозилку брошу там. Ну, на 2-3 раза посмотрю, сколько останется. Так что все. Ну что, я начинаю. Поставила стерилизовать салат. Сейчас одна партия. Не хочу идти. Отнесла кастрюлю большую уже в хозблок. 3 баночки закипают 15 минут после кипения. Буду стерилизовать. И потом следом 2 еще. Вот такие вот. Ой, отсвечивает вам, наверное. Не знаю, что получится. Попробовала. Ну, по мне, немножко уксуса, наверное, многовато. Рассол. Очень много даже осталось. Обычно там кому-то не хватает, а у меня слишком много осталось. Воздух выпустила палочкой. Еще один лайфхак. Деревянной палочкой, ну, из-под роллов. Вот так по боковинкам протыкаете, и выходит воздух. Полностью утрамбовала, залила. 15 минут стерилизуем и закатываем. Не люблю я, уже говорила тоже вам, что не дружу я со стерилизацией, но решила попробовать еще раз, потому что у меня сейчас вот этот салат зеленый будет со стерилизацией. Классно, у меня получилось прям как раз там 3 килограмма, у меня 3 с небольшим вот этих вот, ну, я не знаю, вершинные гнили или что это, плохих помидоров. Прям четко не выкидывать, обрезала, они внутри все хорошие, как раз нужны бурые или даже зеленые. А эти вот остались даже лишние, но они хорошие, надо мне потом здесь пропылесосить. Эти хорошие отнесу в беседку, те, которые зелененькие у меня лежат на созревании. У меня здесь музыка, я включилась и играет. Ну, сейчас на паузу нажимаю, чтобы YouTube не заблочил. Много, наверное, водички я налила. Сейчас отолью чуть-чуть еще. Все, у меня щеки красные. У меня щеки уже красные, лицо начинает гореть. Вроде и на улице хорошо, прохладно, но я уже переутомилась, конечно. Я сама себя успокаиваю, что дорога дальняя в отпуске, я в машине, но единственное, мы не вдвоем, а вчетвером. Конечно, придется, ну, наверное, болтать будем, а может, те тоже замученные такие, может, в машине будем спать. Дорога долгая, короче, в машине буду отдыхать и высыпаться. Кстати, если вдруг пропаду, ну, я там одно или два видео, наверное, успею вам загрузить, но вы меня не теряйте, в отпуске монтажом заниматься я 99% не буду тратить время. Когда приеду, тогда уже буду монтировать видео. Зеленый салат практически готов. Все нарезала. Морковь, перец, помидоры, лук. И режется прям стрелки укропа, зонтики укропа, режутся полностью, мелко-мелко. Сейчас накрошу и все. Добавляю соль, сахар, уксус, что там еще, перец. Перемешиваю, раскладываю по баночкам и тоже стерилизую. Очередная вкусняшка готова. Я уже смеюсь, маме говорю, надо запасаться водкой, столько закуски наделала. Аппетитно, ароматно очень. Ну, не знаю, мне кажется, чуть-чуть пересолила. Пробовала овощи, а бульончик чуть-чуть пересоленый, наверное. Да нет, нормальный. Просто уксус чувствуется, но он промаринуется и будет
вкусненько. Посмотрите, как аппетитно. Салат из зеленых помидор стерилизую. Две баночки уже закатала, полулитровые. Сейчас вот три, потому что, я не знаю, 700-граммовые они, наверное, 600-граммовые. Та кастрюлька была низковата, пришлось перелить в другую. И здесь входит, соответственно, меньше банок. Три банки. Сейчас эти закипят 15 минут. Закатываю, закрываю. И еще две. Здесь я уже подготовила себе перец, который сейчас буду... И помидоры буду закрывать, ну, закатывать. Перец буду смазывать маслом растительным, запекать в духовке. И получится вкусняшка. Потом снимается шкурка. Ну, наверное, покажу, если осилю. Время уже 6 часов вечера. Чемодан до сих пор не собран. Уже Олег приехал, накормил меня. Уже газон там косит. Запекается, снимается шкурка, укладывается в баночки и заливается рассолом. Также стерилизуется и закатывается. Мне кажется, тоже будет вкусненько. Но такое я вообще первый раз буду пробовать. Все, как обычно, вечером последние штрихи. Блин, остыли. Залила кипятком. Оставить надо было сразу, наверное, во вторую кастрюлю. Ну ладно, надеюсь, что не испорчу. Сейчас эти у меня кипятятся. Помидоры сделала вот такие половинки. Тоже первый раз такие делаю. С луком, с чесноком, с зеленью. Ну, немножко не по рецепту. Те сразу горячие поставила, а эти нет. И запекла перец. Сейчас он полчаса постоит. Снимаю шкурку, чищу, укладываю в банки. Засыпаю тоже соль, сахар, уксус, стерилизую и заканчиваю. Остались у меня помидоры. По уму бы их тоже перекрутить, сделать аджику, но уже нет сил, нет времени. Уложила помидоры я в пакет, заморожу. Решила их заморозить. И вот так вот вычистила перец. Тоже заморожу на фаршированный на 2 порции. Ну, не знаю, посмотрю, если там на 2, ну, короче, зимой фарш достану, нафарширую и будем готовить. Может быть, для гостей, может быть, для себя. Все, с помидорами решила не возиться, а заморозить. Потом также можно их перемолоть зимой и сделать соус болгарскому перцу. Всем пока-пока. Спасибо, кто был сегодня со мной. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Очень приятно. Все, до встречи в следующем видео. Уже в отпуске.